Друзья, привет, хай! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». По вашим заявкам продолжаем данный плейлист и переходим к последней части контрольной работы в рамках данного уровня. Пишите, как у вас дела, как ваши успехи. Итак, я знал это в начале нашего разговора. Я знал это. I knew it. В начале нашего разговора. В начале. At the beginning. Нашего разговора. Of our conversation. I knew it at the beginning of our conversation. Они построили высокое здание. Они построили. They built. Высокое здание. A high building. They built a high building. Я выиграл соревнование. Я выиграл. I won. Соревнование. The competition. I won the competition. Я хочу сказать, что я забыл это. Я хочу. I want. Сказать что? To say that, я забыл это. I forgot it. I want to say that I forgot it. Я катался на велосипеде вчера. Я катался. I rode на велосипеде. A bike вчера. Yesterday. I rode a bike yesterday. Я нашел хорошую работу. Я нашел. I found хорошую работу. A good job. I found a good job. Он упал и повредил ногу. Он упал. He fell и повредил. По умолчанию используем форму hurt and hurt ногу. Дословно свою ногу. His leg. He fell and hurt his leg. Я показал хороший результат. Я показал. I showed хороший результат. A good result. I showed a good result. Мы поспали немного. Мы поспали. We slept немного. A little. We slept a little. Он выпил немного воды. Он выпил. He drank немного воды. Some water. He drank some water. I knew it at the beginning of our conversation. They built a high building. I won the competition. I want to say that I forgot it. I rode a bike yesterday. I found a good job. He fell and hurt his leg. I showed a good result. We slept a little. He drank some water. Мы встретились во второй раз. Мы встретились. We met во второй раз. For the second time. We met for the second time. Мой результат был таким хорошим. Мой результат был. My result was таким хорошим. So good. My result was so good. Он поехал туда на самолете. Он поехал туда. He went there на самолете. By plane. He went there by plane. То замечание задело ее чувства. То замечание. That remark задело, hurt ее чувства. Her feelings. That remark hurt her feelings. Они занимались бизнесом.
Они занимались бизнесом. They did business. They did business. Он нарушил свое обещание. Он нарушил. He broke свое обещание. His promise. He broke his promise. Это было очень давно. Это было... It was очень давно. Дословно, очень долгое время назад. Очень долгое время. A very long time назад ago. It was a very long time ago. Она чувствовала себя немного лучше. Она чувствовала себя... She felt немного... A little... Лучше, better. She felt a little better. Она упала и повредила руку. Она упала. She fell и повредила. And hurt руку. Дословно свою руку. Her arm. She fell and hurt her arm. Он упал на землю. Он упал. He fell на землю. To the ground. He fell to the ground. We met for the second time. My result was so good. He went there by plane. That remark hurt her feelings. They did business. He broke his promise. It was a very long time ago. She felt a little better. She fell and hurt her arm. He fell to the ground. Экономика выросла на 5%. Экономика. The economy выросла, grew, на 5%. By 5%. The economy grew by 5%. Она написала эссе. Она написала... She wrote эссе. An essay. She wrote an essay. Я взял эти деньги с собой. Я взял эти деньги... I took this money... с собой... With me. I took this money with me. Я взял такси. Я взял такси. I took a taxi. I took a taxi. Он лег на пол. Он лег. He lay на пол. On the floor. He lay on the floor. Я побежал быстрее. Я побежал. I ran быстрее, faster. I ran faster. Я заплатил за все. Я заплатил. I paid за все. For everything. I paid for everything. Я все забыл. То есть я забыл все. Я забыл. I forgot. Все, everything. I forgot everything. Он плавал в океане. Он плавал. He swam в океане. In the ocean. He swam in the ocean. Они прекрасно проводили время вместе. Они. They прекрасно проводили время. Had a great time вместе together. They had a great time together. The economy grew by 5%. She wrote an essay. I took this money with me. I took a taxi. He lay on the floor. I ran faster. I paid for everything. I forgot everything. He swam in the ocean.
They had a great time together. Они продали это очень дешево. Они продали это. They sold it очень дешево. Very cheaply. They sold it very cheaply. Я был очень рад видеть тебя. Я был очень рад. I was very glad видеть тебя. To see you. I was very glad to see you. Она упала на пол. Она упала. She fell. На пол. To the floor. She fell to the floor. Полиция поймала воров. Полиция. The police поймала кот воров. The thieves. The police caught the thieves. Я показал такой хороший результат. Я показал. I showed такой хороший результат. Такой. Such. Хороший результат. A good result. I showed such a good result. Я говорил по-английски с ним. Я говорил по-английски. I spoke English с ним, with him. I spoke English with him. Я выучил много новых слов. Я выучил. I learned много новых слов. Много. Lots of новых слов. New words. I learned lots of new words. Я думал, что это было лучше для меня. Я думал, что. I thought that это было. It was лучше. Better для меня. For me. I thought that it was better for me. Я отправил ей важное письмо. Я отправил ей. I sent her важное письмо. An important letter. I sent her an important letter. Он добрался до того места. Он добрался. He got до того места. To that place. He got to that place. They sold it very cheaply. I was very glad to see you. She fell to the floor. The police caught the thieves. I showed such a good result. I spoke English with him. I learned lots of new words. I thought that it was better for me. I sent her an important letter. He got to that place. Я отправил ему все. Я отправил ему. I sent him все. Everything. I sent him everything. Я хочу сказать тебе, что я все забыл. Я хочу. I want сказать тебе. To tell you. Что. That я все забыл. То есть я забыл все. Я забыл. I forgot все. Everything. I want to tell you that I forgot everything. Она принесла эту вещь мне. Она принесла. She brought эту вещь. This thing мне. To me. She brought this thing to me. Далее используем форму drive. Он поехал на машине на работу. Он поехал. He drove на машине на работу. То есть на работу. To work.
Видите, почему мы даем такое уточнение? Потому что, в принципе, можно сказать по-другому. То есть он поехал использовать форму go. He went на работу, to work, на машине, by car. He went to work by car. То есть он поехал на работу на машине. Первое предложение практически то же самое, но есть отличие. Видите, когда мы говорим he drove to work, здесь именно подчеркивается, что он сам водил машину, то есть он сам водил, сам был за рулем. А здесь же это не обязательно, вот в этом разница. Поэтому мы говорим, что используем форму drive, чтобы использовать именно как раз в этом контексте. Он пел очень профессионально. Он пел, he sang, очень профессионально. Very professionally. He sang very professionally. I sent him everything. I want to tell you that I forgot everything. She brought this thing to me. He drove to work. He went to work by car. He sang very professionally. Друзья мои, отлично. Я вас поздравляю с окончанием данной контрольной работы в рамках нашего плейлиста и в рамках данного уровня. Это очень мощная практика, подробная практика по неправильным глаголам. Смотрите, повторяйте и слушайте фоном, друзья мои. Мы идем дальше.